Приветствую подписчиков канала. На сегодняшний день важность дополнительного дохода мало кем ставится под сомнение. Как говорится, лишних денег не бывает. Причин тому масса. Здесь и не самая стабильная ситуация в стране. Рост цен, инфляция. На одну зарплату среднестатистическому гражданину выжить сложно. Появляется вполне логичный вопрос. Как же заработать? Вариантов, конечно, много. Но меня интересовал тот, который соответствует минимальным вложениям. И, как и многие, устремился в интернет за поиском информации по дополнительным доходам. Форекс – неплохой вариант для дополнительного заработка. Да, нужно учиться многому, каждый день. У меня вид деятельности связан с грузоперевозками. И большую часть времени провожу в дороге за рулем. Хочу с вами поделиться, как я совместил основную работу с дополнительным заработком. Да, всегда можно отдать деньги брокеру на доверительное управление. Но такие услуги требуют капитала. Да и риски высоки. Свою рабочую машину сварил металлический скелет под столик, который бы не мешал управлять. Как-то так. Немного переделал электропроводку и вывел на переключатель такого образца. Закрепил регулируемый преобразователь напряжения под компьютер. Получилось очень удобное рабочее место. От сотового телефона через Wi-Fi подключился к интернету. Сотовая связь Билайн. И все прекрасно работает. Плюсы дополнительной работы. Работать можно в любое время. Возможно, после основной работы дома. Можно зарабатывать по-настоящему серьезные деньги. Форекс – это онлайн-площадки, на которых можно спекулировать котировками, курсами валют. Товаром является здесь валютная пара, которая имеет свою цену. Покупателем или продавцом, то есть трейдером, являюсь я или вы. Задача – извлечь прибыль. И это главный аспект
от которого стоит отталкиваться. Брокер – это юридическое лицо, предоставляющее доступ трейдерам к площадке, торговому терминалу. Торговые терминалы и платформы – это специальные программы, дающие доступ к торгам. На данный момент это самый простой и быстрый способ торговли. В интернете брокер представляет собой сайт, где регулируются трейдеры и проводят свои сделки. Основной принцип работы состоит: купи дешево, продай дорого. Терминал прост в освоении. Даже новичок в трейдинге, теряясь при первом запуске, уже через несколько часов активного использования, может изучить все нюансы платформы. На площадках вам придется анализировать, вырабатывать стратегию, то есть работать. В следующем видео я покажу, как подойти к заработку от начала регистрации и мою рабочую стратегию заработка, чтобы в этом жизненном болоте был свой надежный островок и чтоб, как говорят на флоте, ловил попутный ветерок.